До самого главного зимнего праздника остается всего 2 недели. В рамках проекта «Новогоднее путешествие» Чебоксары посетил главный Дед Мороз страны. Встречал волшебника из Великого Устюга и наша съемочная группа. Встречали главного Деда Мороза страны в парке Андрияна Григорьевича Николаева те, кто верит в волшебство и сказку. Каждый взрослый когда-то был ребенком. Возможно, именно поэтому желания детей и взрослых перед Новым годом так похожи. Увидеть этого сказочного волшебника. Я жду Деда Мороза. Я уже написала письмо. Вот всю жизнь мечтал настоящего Деда Мороза видать. И вот сегодня пытаюсь его увидеть. Когда Новый год, мы всегда дожидаемся его и не ложимся спать. Дед Мороз через окно влезал и дарил подарки. Для тех, кто пришел лично увидеть главного Деда Мороза, парк приготовил множество развлекательных мероприятий. Так дети смогли не только покататься на каруселях, посостязаться в меткости и ловкости, но и принять участие в конкурсе новогодних костюмов. Я услышал по интернету, что надо в костюме приходить Деда Мороза. Главному Морозу страны, конечно же, задали самый волнующий вопрос. Когда будет снег? Я уже снег вижу. Зима наступила. На всему свое время. Вот и снег белый, пушистый, морозец славный. С моего приезда в Чебоксары череда новогодних праздников все ближе и ближе. Всему свое время. Ждите. Снег будет. Новый год наступит. Точно по календарю я вам обещаю. С 31 на 1. И все мы вместе отпразднуем наш общий любимый праздник. Новый год. Во время своего предновогоднего тура главный Дед Мороз посетит 48 городов и населенных пунктов страны. Прямо из Чебоксар он отправился в город Рыбинск Ярославской области. Конечным пунктом его маршрута станет главная елка страны в Москве. Богдана Дойникова, Валерий Резюков, Республика.